Это самый протяженный автопробег в мире. И на самом деле он войдет в книгу рекордов Гиннесса. Усталые, но счастливые. За плечами этих людей интернациональной команды из трех стран 9881 километр. Целый месяц в пути, но они это сделали. И не просто практически без остановок добрались из Китая в Россию, но преодолели огромное расстояние, используя в качестве моторного топлива исключительно природный газ. Идея родилась еще в прошлом году, вы помните, был пробег по Европе из Лиссабона в Санкт-Петербург. И тогда же родилась идея проведения вот этого пробега из китайского Жудуна, что практически на востоке находится, нужно было проехать весь Китай через Казахстан и по территории России. В чем особенность этого пробега? Да? То есть это протяженность 9800 километров. И основной вид топлива, который использовал транспорт в этом пробеге, это СПГ. То есть проходил он по предполагаемому маршруту Шелкового пути. Прошлым автопробегом и этим автопробегом доказали, что можно проехать весь путь на газомоторном топливе. Да, инфраструктура в Китае более развита в части СПГ, но основная задача наша была посмотреть локации по строительству заправочных комплексов и производственных комплексов как раз на территории и Российской Федерации, и Китая, что, в общем-то, с успехом было и реализовано. Китайскую инфраструктуру удалось посмотреть даже изнутри. Это завод по производству сжиженного природного газа. Для прессы, экскурсий предприятие в городском уезде Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района обычно закрыто. Но автопробег – исключительное событие. Ежедневно завод производит 51 тонну СПГ. Покупают этот газ охотно, рассказывают на заводе, и спрос большой. Всего для обеспечения заправки транспорта компримированным и сжиженным природным газом в Китае построено чуть меньше 7 тысяч заправочных станций. А парк газомоторной техники насчитывает уже более 5 миллионов автомобилей. Изначально был вопрос экологии. Китайские города достаточно крупные и действительно очень много людей проживает. То есть первоначальная задача стояла именно экологическая, потому что автомобильный транспорт городской приносит очень много загрязнений. То есть это было волевое решение, и потом уже пришла экономика. На сегодняшний день разница в Китае между традиционными видами топлива и газом не больше 15-20%. У нас эта разница разы. Экономика автопробега и правда впечатляет. 659,5 тысяч рублей удалось сэкономить российским участникам на всем маршруте. Экономия китайской стороны составила еще 10 тысяч юаней, почти 110 тысяч рублей. Сравнение велось с традиционным топливом по каждой конкретной машине. Лучший результат у городского автобуса. На СПГ ездить выгоднее почти в три раза, чем на дизеле. В абсолютных значениях водитель сэкономил почти 162 тысячи рублей. Впрочем, неудивительно, ведь за сжиженный газ он платил 21 рубль, а за дизель пришлось бы заплатить 45. Безусловно, как бы в первую очередь при больших пробегах существенную роль играет цена. А цена всегда ниже. Вот насколько она дешевле, если все-таки считать экономику? А какое конкурентное преимущество с точки зрения цены у сжиженного природного газа и компримированного? В разных странах по-разному, на самом деле. Да? А в России на сегодняшний день цена компримированного газа практически 2,5-3 раза в зависимости от региона ниже стоимости бензина. Ну и, соответственно, и дизеля. Но у дизеля немножко более высокий КПД, поэтому коэффициент эффективности от бензина можно сравнивать вот в этих параметрах в 2-3 раза, а от дизеля ну, в 2-2,5 раза. Маршрут «Шелкового пути» лежит через Казахстан. Газомоторное топливо в республике уже начали использовать. В Алматы 735 автобусов ездят на компримированном природном газе. Во-первых, это экология, потому что мы знаем, что нефтяное топливо очень много выбросов. И это здоровье населения, во-первых. Во-вторых, это экономика. Природный газ он в два раза дешевле, чем традиционно нефтяное или топливо. Это и социалка. Это новые рабочие места, когда это трансфер технологий. В принципе, получается три составляющие, которые будут этот рынок толкать вперед для дальнейшего развития. Создание международного транспортного маршрута Европа-Китай – один из стратегических проектов, объединяющих Россию, Китай и Казахстан. За последние 20 лет объем торговли между европейскими и азиатскими странами вырос в несколько раз.
Большая часть грузоперевозок осуществляется по морскому пути через Суэцкий канал. В итоге срок доставки не меньше месяца. А вот на машине доставка занимает всего 10 дней, и магистраль уже практически достроена. Теперь ее нужно сделать еще и экономически выгодной, то есть построить и запустить газовые заправочные комплексы. Вот мы с вами не первый год разговариваем, и, как я понимаю, все-таки до сегодняшнего дня и до автопробега мы говорили скорее о компримированном природном газе. Все-таки какое будущее у СПГ и в чем его плюсы? И тот, и другой вид топлива, это, по сути дела, одно и то же, да? То есть в одном случае в баллонах он находится под давлением порядка 200 атмосфер, в другом случае, в смысле СПГ, он находится при температуре минус 164 градуса. То есть двигатель поступает одно и то же рабочее тело, да? То есть через регазификацию. Вопрос в том, что СПГ, конечно, больше запас хода. Поэтому компримированный природный газ легче использовать в локальных рынках, то есть на внутригородских перевозках, малом коммерческом транспорте. А СПГ в большей степени предназначен для магистрального транспорта, который пойдет на достаточно длинные расстояния. То есть порядка пробега автомобилей на сегодняшний день до 1000 километров на одной заправке позволяет достаточно экономично, экологично доехать. Газовое топливо может позволить в ближайшие годы удержать рост тарифов на проезд, например, на городском автобусе, если тот будет использовать газ, говорят нам эксперты рынка. Кстати, сегодня экологичный общественный транспорт можно купить от российского производителя. Больше того, выбрать на сжиженном природном газе или на компримированном. Заправочный комплекс, я вот вам продемонстрирую. Вот такой вот узел для заправки газа. Все очень просто. Вот вставляется заправочное устройство, и через него происходит заправка. Заправка идет от 5 до 8 минут. Сколько автобус потом на этом газе проедет? Вот этот автобус, который мы предоставляем, у него запас хода от 350 до 400 километров. То есть это как раз на работу, на сменный режим ему достаточно. Что касается того автобуса, который едет на сжиженном природном газе, какой у него запас хода? Вот как раз вот здесь сработает элемент компактности хранения газа. Там бак 500 литров и запас хода на том автобусе 800 километров. Количество таких автобусов растет с каждым днем. Особенно в пилотных регионах России, которые приняли для себя решение развивать газомоторное топливо. У нас сейчас есть большая программа по газомоторному топливу. Более 4000 автомобилей уже работают на газомоторном топливе. Появились уже 19, будет еще 3 новых газозаправочных станций. Газовое оснащение двигателя, оно требует дополнительных денег. Люди не всегда на это согласны, поэтому какие-то субсидии, вот, которые мы выделяем, или которые есть согласно вот, решению федерального правительства, мы в них активно участвуем, они дают мотивацию, чтобы перейти. А когда уже они поставили всю эту оснастку и начинают пользоваться топливом газомоторным, у них экономика сразу два раза лучше. Национальная команда добирается до Оренбурга. Позади сотни часов пути. Языковые барьеры давно стерты. У нас по дороге все было отлично. Я сам вызвался участвовать. Сейчас власти Китая реализуют проект «Один пояс, один путь». И я очень рад быть частью такого большого проекта. Впечатления абсолютно феноменальные на самом деле. Я проехал большую часть дороги, причем участвовал в перегоне автомобилей еще в Жудун. То есть мы еще туда 5000 километров проехали. Мы проехали 6 провинций по территории Китая. Мы проехали весь Казахстан. У нас впереди 2600 километров по Российской Федерации. Люди по-разному разговаривают, но общая задача их объединяет на самом деле. У нас за всю дорогу ни одной поломки, ни одного сбоя, ни одного замечания по работе. О замечаниях по работе не случайно. Газомоторные машины оказываются надежнее. Состояние метана помогает его полному сгоранию в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля в 1,5 раза. Природный газ не образует отложений в топливной системе, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижает трение и уменьшает износ двигателя. Рассказывает нам заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, который в ходе автопробега сам протестировал газомоторный «Урал». Мало того, на какой машине я ехал, это специально газовый автомобиль. Это специально газовый двигатель 536 ЕМЗ, который специально сделал для работы на газе. И он мне говорил о том, что не только экономичнее, но еще и плюс
вскрывают картер, смотрят, а там масло чистое, оно, так сказать, не прогорает, не так дальше, в отличие от дизельных, будем говорить, машин. Интересно и то, что благодаря газообразному состоянию метан невозможно испортить некачественными добавками. Очень многие все-таки немного беспокоятся о безопасности, потому что что к дизелю, что к бензину мы привыкли. Мы понимаем, как он работает, какие меры защиты и так далее. Вот что касается газового топлива, тем более сжиженного природного газа, еще не настолько у нас освоен, вот безопасность. Использование такого топлива. На сегодняшний день наши заправочные комплексы, по крайней мере, по компримированному природному газу, они переведены в четвертый класс опасности. Значит, это практически безопасное топливо. Оно не концентрируется во взрывоопасных объемах, да, потому что оно легче воздуха просто улетучивается, даже если это и произойдет. И сегодняшние технологии хранения, транспортировки, то есть баллоны, баки, они на сегодняшний день гораздо лучше, чем было даже уже 10-15 лет назад. И я считаю, что это топливо совершенно безопасно. На сегодняшний день в группе «Газпром» уже работает 281 заправочная станция. 25 комплексов компания обещает построить до конца этого года. В планах на перспективу более 500 заправок. С точки зрения инвестиций, каковы на сегодняшний день вложения в реализацию газомоторного топлива как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке? На внешнем пока мы сильно хвастаться не будем ничем, да, то есть больше проработка, и мы все-таки ориентируемся на заемное финансирование в тех странах, в которых мы работаем. В России в среднем порядка 6 миллиардов в год мы вкладываем в инфраструктуру, и это дает свои результаты. Рост компании «Газпром газомоторное топливо» в среднем 45-50%. По продажам газа, а в целом по стране реализация увеличивается в среднем на 10% в год. То есть это такие мировые стандарты роста вот в этой отрасли. То есть, но если будет принята государственная программа, мы все-таки хотим, чтобы этот рост был значительно больше. Да. То есть и очень надеемся на то, что государственная программа будет по газомоторному топливу в ближайшее время принята и реализована. В ходе автопробега колонна газомоторной техники посетила торжественную церемонию начала строительства первой в России криогенной заправочной станции «Газпром» на трассе М-11. Сжиженный газ легко переходит в компримированный газ. То есть все автомобили, которые работают на газе, могут использовать данный газ. Шок и линейка использования от таких тяжеловесных машин, которые работают на междугородних и международных трассах, до легковых автомобилей. Газовые машины сегодня уже общемировой тренд, который при активном участии «Газпрома» развивается даже в Боливии и Вьетнаме.